Встреча с необычным объявлением заставила жителя Иркутска сделать несколько фотографий. В рубрике «Народный корреспондент» покажем, что так удивило мужчинам. Не пишем и даже не делаем, а вяжем курсовые работы. И именно с таким объявлением столкнулся иркутянин в самом центре столицы региона. Что это, маркетинговый ход или банальная писка, неизвестно. Непонятно и каково качество предлагаемых работ. Ведь согласитесь, представить себе вязаную курсовую по предмету детали машин сложно. Хотя при наличии определенной фантазии, конечно, возможно. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных.